Дорогие учителя, сегодня мы хотим поздравить вас с Днем Учителя и сказать вам спасибо за вашу работу. Мы подготовили для вас небольшой подарок, наш видеоролик. Мы подготовили для вас игру «Устами гимназиста». Правила этой игры очень просты. Ученики нашего класса объясняют слова, связанные со школой. А вам нужно отгадать, о каком слове идет речь. Итак, начинаем играть. Это самый главный человек в школе. Это человек заведует всей школой. Это тот, кому вызывают провинившихся. Это место, в которое я всегда ношусь на уроки. Это белое помещение. Это место, куда я хожу в экстренных случаях. Это можно забыть дома. Это то место, где я могу получить двойку. Это то место, где можно получить замечание. Не черной ручкой написано, а красной. А когда мама узнает, тебе крышка. Это книжка, которую ставят замечания. Или мы сами пишем домашнее задание. Я это люблю делать. Я это не люблю делать. Я обычно это делаю допоздна. Ее боятся все школьники. Этого боится, да, все школьники. Этого боится вся школа и каждый ученик. Это трэш оценка, которую я не люблю в жизни, и она смертельна для многих отличников. Мы его иногда забываем дома. Это то, где мы храним тело. Мы его носим из дома в школу и из школы домой. Он очень тяжелый. Без этого мы не можем ходить в школу. Этой вещью мы все в школе похожи. Это то, что мне не нравится носить. В этом месте всегда очень жарко. Нас туда приводят близкие родственники учителя. Мы там играем. Дети любят там гулять. Это то, почему мы чаще всего получаем двойки. Это повторение пройденного на пятерку. Я все время волнуюсь, когда она идет. Там бегают. Там можно размяться. Там есть козел. Мы там играем в спортивные игры. Он нас учит 7 лет. Этот человек встречает нас перед дверьми школы. Это самый добрый человек в школе. Это самый дорогой человек. Спасибо нашим учителям. Поздравляем вас с Днем Учителя.